это фиксируем. Время 2:30 ночи. Вот это уже ни в какие ворота. Сейчас я пойду устрою. Мне это надоело уже. Я из-за них сейчас проснулся. А мне завтра рано вставать. Сейчас я ему устрою. Так это слышно на лестнице. Так, ну что, звоним? Открывают. Я не понимаю, почему другие соседи молчат, они ничего не слышат, что ли? О, прекратилось. Не, опять. Видите, не открывают. Сейчас полицию вызовем. Сейчас пойдем полицию вызовем. Сейчас, если еще раз врубят. Оля. Громко, да? Ни хрена себе, 3 часа ночи. Ты думаешь, не громко? Нет, ну все, это можно нормально. Ну смотри, еще раз ключ, я ментов вызову, понял? Давай, все. Видите, как сразу кучерявый. Все, надеюсь, прекратят. И главное такое, а что, громко? 3 часа ночи, это происходило уже не первый раз. Я ему сказал, говорю, еще раз я вызову ментов. Прекратили. Не, ну это невозможно терпеть. Вот видите, стучат. Они все время, представляете, когда они что-то накосячат, еще когда у него мама здесь жила, они что-нибудь накосячат, ты звонишь им в двери, и они 5 минут не открывают. А потом типа, ой, а что такое? А мы не при делах. Вот он сейчас тоже слышит, да? А мы не при делах. Вот теперь пусть знает. Еще раз вот такое будет, я зафиксирую. Ну, я не уже зафиксировал. В следующий раз я звониться не буду, я вызову сразу полицию. Вот и все.